В Казань заглянет бабье лето. Именно заглянет, так как синоптики обещают потепление, но не продолжительное. Завтра воздух прогреется до плюс 18 градусов. В республике на градус теплее. А ближе к выходным и вовсе распогодится до 23. Вот только не стоит торопиться и откладывать зонты. Местами обещают дождь. Самый удачный день для прогулок, судя по сводкам гидрометцентра, суббота. Будет тепло и сухо, а в воскресенье температура постепенно начнет снижаться.